друзья. Мы продолжаем наш подкаст, как мы докатились до жизни такой, чтобы был нормальный сигнал. Коллега, включите демонстрацию экрана своего. Включаю. Так, тут, простите, я немножко вперед. Не предвосхищайте события. Не предвосхищайте. Города-гиганты. Ле Корбюзье. Ле Корбюзье вообще, на самом деле, как бы для нас такой, как это, бог-основатель, бог и дьявол все в одном. Один из людей, который определил вообще внешний вид городов на планете Земля. Большой мыслитель, большой архитектор. И... хорошо ли это, плохо, вот как раз вот время нам и показывает. Первый его проект «Лучезарный город» и план УАЗН, как развитие уже лучезарного идеи лучезарного города, тоже это как бы развитие мысли линейного города, да, как он может пересекаться. И, наверное, бы я хотела сказать, что у него было несколько, там, как сказать, были сформированы его принципы, по которым принципы нового города. Опять же, все это, как вы видите, это борьба с перенаселением, да, то есть попытка решить проблемы, в данном случае это Парижа. Он предлагал снести несколько кварталов Парижа и построить там новый город на 3 миллиона человек. Потому что, по-моему, как раз это был тот период после Первой мировой войны, когда Париж умножился, по-моему, в 3 раза свое население. Тогда не было какой-то рефлексии на тему наследия, внешнего вида, потому что все это появилось уже после Второй мировой войны, да, когда были стерты несколько городов европейских с земли, там, Роттердам, Дрезден, Варшава. Вот, и проблемы были другие. Проблема была, что же, как же можно комфортно жить всем, и заниматься, и эффективно работать. Собственно, у него принципы были такие. Это ровная территория, которая позволяет создавать мощное насыщенное движение. Опять же, идея движения. Река должна быть расположена вдали от города. То есть как-то... Не знаю, куда надо было повернуть сено, наверное, как-то вспять. Это иерархия горожан, которая подразделяется на 3 категории в зависимости от места проживания, работы, что позволяет разгрузить транспортные артерии. Зонирование территории, центр резерва территории и город-сад. Высокая плотность центра города, развитие его высоту, это небоскребы, и увеличение площади зеленых насаждений. Отсутствие дворов, городских жилых домов и близкое их расположение к улице. Улица у Корбюзье – это сложное произведение инженерного искусства, которое не возникает в силу сложившихся обстоятельств, а строится так же, как и любое другое сооружение. То есть оно проектируется. На самом деле, это ровно как мы сейчас делаем. То есть улицы уже не появляются сами по себе. Отсутствие... городской транспорт должен был быть разделен на 3 типа. Это тяжелые грузовики, легкие фургоны и общественный легковой транспорт. И каждому типу принадлежит свой уровень в системе автодорог города. Перекресток – это враг уличного движения. Оптимальный размер квартала – это 16 гектар. Вот примерно квадрат со стороны там, 400 метров. В центре города не должно быть рельсового транспорта. Его вполне может заменить подземная линия метро с входами на станции в центре каждого квартала. В городе должен быть 1 центральный вокзал в виде подземного сооружения, а его крыша – аэропорт или аэротакси. Численность населения квартала колеблется от 6 до 50 тысяч человек в зависимости от назначения и расположения в нем зданий. Собственно говоря, вот таким вот город у Корбюзье – это такой вот там, многоуровневый, в разные стороны, вертикально и горизонтально развивающаяся, ну, по сути, машина. И именно Корбюзье принадлежит фраза, что дом – это машина для жилья. В принципе, он потом, как бы, очень многие его идеи, и как сказать, он предвосхитил все наше типовое расселение, да, Макс? Ну, в какой-то степени предвосхитил. Действительно, стоит отметить, что машинерия в данном случае играет очень ключевое значение. Это мир фордизма, все еще активно развивающегося. Я немножко позже об этом расскажу. Про Корбюзье упомянули, что план УАЗН был представлен на Всемирной выставке в Чикаго. По-моему, да? Ну, нет, он был представлен на парижском салоне. На парижском салоне, да. Да. Просто одновременно с этим, примерно в то же время, альтернативные, значит, подходы к градостроительству в Чикаго представляли
представлял Уолт Дисней, когда он впервые показал, значит, свой план Диснейленда, и в какой-то степени эти проекты отчасти чуть-чуть перекликались друг с другом, вот, но идея того, что мир машина в данном случае, это ключевая идея этого периода времени, действительно, автомобиль, как индивидуальное средство, почему я упомянул Генри Форда, да, человек, которым на самом деле не Корбюзье, а Корбюзье в какой-то степени оформил это все в форму, да, но главный виновник этого всего, конечно же, Генри Форд. И автомобили, его последствия внедрения в нашу жизнь, они ощущаются... Следующий слайд, как раз да. Это, мне кажется, там вот, да. Продолжение городов-гигантов. Это был человек, он работал с Корбюзье и был как бы даже учеником Людвиг Филиппельсаймер, который, у него был такой проект города высоких домов. То есть он довел, мне кажется, идею до Вуазена до абсурда. Он, в принципе, исключает понятие даже площади. Весь город состоит, там, по-моему, тоже примерно на 3 или 4 тысячи человек из 20-этажных домов, первые 5 этажей которого — это офисы, и первый, самый нижний уровень — это уровень транспорта, а выше 5 этажей — это уже, ну, то есть там происходит такая сдвижка, и на этой сдвижке образуются тротуары, благодаря которым обходить здания вокруг. И все здания ровной этажности в 15 этажей. В принципе, внизу труд и движение машин, а вверху жилище и отдых. Чандигарх, грандиозный проект Корбюзье, план тогда для столицы Пенджаба, одного штата Индии. Тут воплотились все идеи Корбюзье. Это город строился в течение 10 лет и проектировался. Он состоит из 47 секторов, блоки кварталов примерно, по-моему, 800 метров на 1200, то есть не километр, каждый из которых предлагалось наделить, там, не знаю, внутри квартала находилась школа, храм, учреждение досуга, и поделено было предоставляться некое рабочее место. И главное, что вела большая ось, которая, вдоль которых располагался дворец правительства и Верховный суд. Вот эта вся метрическая сетка, которая реализовалась в Чандигархе. Проблема в том, что в некоторых кварталах жизнь зародилась и возникла, и была очень плотная, а вот эта вот главная артерия, главная ось, она достаточно безлюдна, потому что заняться там особо нечем. Мы говорим вот про это. Да. То есть, а главное, что в этом городе никак не отражена самобытность Индии. Ну, то есть никак не скажешь, что это Индия. В итоге проект, он, так сказать, это мека для архитекторов, и я мечтаю, например, там побывать, и я считаю, что это невероятно все красивое, но, говорят, жить там неудобно, и вот как бы... Ну да, все, что архитектор считает красивым, оно исключает присутствие человека в какой-то степени. А следующий, тоже такой очень важный проект для 20 века, это, ну, для модернизма. Да, Бразилия. Вот это вот настоящая мечта об идеальном городе. Это новая столица Бразилии, построенная в 60-х годах. Вообще, этот город построен среди джунглей за 3 года. Там был архитектор Оскар Немея, который отвечал за создание, и Луиса Коста, который как раз автор вот этого генплана, очень известного, в виде птицы. Я не стала сюда вставлять аэрофотосъемку. И, ну, собственно говоря, проблема этого города, как что этот образ, он мешает развитию. То есть развитие города, оно как бы в итоге приводит на вот немного, ну, некий хаос. И жизни тоже здесь особо не завелось. То есть она такая очень пустынная. Опять же, все архитекторы очень мечтают там побывать. Я в их числе. Ну, я, кстати, про Немейра недавно видел какую-то документалку, где он старенький и живой, еще что-то говорит, и он всем говорит, что... Он прожил до 106 лет, он умер очень давно. Да, это совсем недавняя, причем, документалка, да, и он там говорит, да ни черта вы не понимаете, все я сделал правильно. Там на самом деле тоже там многоуровневые развязки, там нет светофоров, например, то есть там были уникальные какие-то внедрены темы движения, то есть... Все, чем тогда дышало в 60-е годы, знаете, там человек летит в космос, запускают спутники. И, конечно, это абсолютно символ того времени. Но, к сожалению, на что обречены все города будущего, пока они строятся, они становятся городами прошлого. То есть они
по ним мы понимаем, как в 60-х годах думали о будущем. Вот так вот, друзья. Поэтому как бы этот референс уже воплощен. Не рисуйте так. А, вообще, и ответ на весь этот модернизм. Следующий слайд — это... Господи, это же мои любимцы. Студия Архигрэм. То есть появляется такое как бы, вообще движение антидизайн. Это не была концепция такая недетерминируемой архитектуры. То есть они как бы последовательно отвергали и монументальность, и там, образность, и вообще какую-то либо стабильную форму, и, ну и в принципе саму архитектуру. И у них вместо этого предполагалось такое некое обслуживание, свобода поведения, ну, просто какая-то функция, доведенная до абсурда. То есть, например, один из проектов — это вот «Шагающий город», где говорится, что, ну, как бы, вот у человека есть одежда, да, вот он, позволяющий ему некая оболочка, позволяющая ему перемещаться. Значит, и его дом тоже может спокойно перемещаться. То есть они отрицали некую вообще даже связанность с этим, с, как сказать, вот это вот с ячейкой жизни. И у них очень много всяких классных проектов, например, Plugin City. И следующие тоже их последователи, это итальянская группа. Следующий слайд. Максим Максимович. Суперстудия. Суперстудия, да. И Artizum. Да, я включил. А, да, ну, меня притормаживает, извините. А, это оригинальный дизайн. Суперстудио, Архизум, тоже огромное направление. Они тоже предлагали как бы деформализовать, в принципе, понятие стиля. Просто, например, у них была там проект Super Surface, натянуть на весь земной шар такую длинную бесконечную сетку, которая бы объединила все и вся, такой бесконечный променад. Чувствуется такое вот укрепление идей глобального единства в этом еще, да, конечно. Да. Конечно, это был такой ответ и такая постерония на тему модернизма и машинарности идей Корбюзье, Гринмастера. То есть, ну, это все бумажные архитекторы, и в России в это время в России... Следующий слайд. Нер. Да, идея натягивания чего-то на земной шар, она, в общем, прослеживалась и в России в том числе, но в отличие от Super Surface, она все-таки сохраняла некоторую идеалистичность. Это не то, чтобы была какая-то ирония на тему модернизма. Наоборот, скорее... Она продолжала, точнее, это тоже был ответ модернизму в какой-то степени, да, но она продолжала идею поиска среди градостроителей и архитекторов наилучшей комбинации тех кубиков, которые на самом деле изначальные принципы закладывали ранее модернисты, да, ну, и Ле Корбюзье в частности. Вообще-то, на самом деле, надо сказать, что после Второй мировой войны довольно длительное время градостроители и архитекторы занимались именно этим. Они поняли, что идеальные вот эти вот какие-то совсем идеалистические сочетания города Солнца с реальным миром достаточно сложны, хотя в отличие от утопистов, которых мы рассказывали в самом начале, они понимали это на практике, то есть буквально реализуя эти проекты. Да? И каждое следующее течение, оно старалось что-то в рамках этой системы поменять и сделать лучше, но при этом сама система оставалась такой, система мышления, или то, что называется, в общем, эпистемологией, то есть некоторой преемственности знания, да, некоторой преемственности видения, значит, градостроительства. И вот НЭР — это новый элемент расселения в 60-е годы. Это дипломная диссертационная работа ряда выпускников МАРХИ, сотрудников Московского архитектурного института, которая пересобирает вот эти вещи в некоторую новую идеалистическую, идеологическую историю, но достаточно серьезно, в общем-то, делая прежние жесткие структуры, это главное отличие, пожалуй, прежние жесткие структуры достаточно гибкими. Здесь чуть больше чувствуется динамика социальных процессов, здесь чуть больше чувствуется динамика и формы в том числе, как вы видите, здесь, конечно же, есть какие-то структурные элементы и зонирование, безусловно, да, но эстетически это выглядит все несколько менее жестким, чем
такие более в стиле Ле Корбюзье модернистские кварталы. Но и идея единого континуума здесь тоже присутствует. Основная идеология группы НР заключается в том, что и создается то, что они называли руслом, да, то, что это вот центральная часть, это русло, значит, русло потока, соответственно, прямая метафора, здесь расположена вся транспортная инфраструктура основная, да, и к этому руслу, которое должно было по их задумке соединить все советское пространство, на самом деле, вся вот эта вот структура, да, оно, ну, вспоминаем, да, как рейки поворачивали вспять в Советском Союзе, в общем-то, как по инженерной мысли нет предела, к этому руслу присоединяются некоторые образования. Да? Они сравнивали эту идею с деревом. В общем, русло — это некоторый ствол, от которого отпочковываются веточки и листики. В центральной части к нему примыкает так называемое пространство борьбы, зона активности. Здесь расположены университеты, здесь расположены государственные учреждения и, значит, работа, культура там, и образование основное. Да? Это место активной жизни, где все должны сталкиваться. А в противовес им существовали, соответственно, чуть дальше, да, как зеленые листики, пространство покоя. Это жилые единицы. И масштабируемость вот этой истории, она предполагалась тоже такой вот безграничной и стягивающей. Причем они, эти единицы, они, по-моему, не могли развиваться, то есть у них было, ну, четко они были рассчитаны, по-моему, на 200 человек, на 200 человек, и если, ну, то есть они могли появляться новые, если город начинал перерастать, значит, просто рядом появлялся новый, наверное. Да. И да, еще важно отметить, действительно, этот элемент, он был компактней. То есть они как раз делали ставку на некоторую... А ты посмотри, как Сергей как раз тоже, мне кажется, ну, там, хорошая схема. Следующая? А, да, вот, пожалуйста, да. Вот, собственно говоря, ну вот, да, как это выглядит на уровне поселения, как это выглядит на уровне... Введено понятие агломерации уже, да, то есть... И вы видите, как идея трансформировалась, да, вот от линейного города и его Азен, который тоже там вот, в зоне полной реконструкции. То есть как она преображается, там каждый там, да, вот проходит... Мир машины, да. На самом деле идеи НР, они в какой-то степени тронули, ну, безусловно, затронули градостроителей практиков, и в результате мы можем видеть, в общем-то, похожие структуры, не концептуально, а реально в нашей... на нашей карте нашей страны, да, где действительно есть вот эти радиальные, связывающие со столицей длинные-длинные магистрали, вдоль которых могут располагаться вот эти поселения. То есть это был какой-то все-таки ответ, чем хороша и в чем преимущество концепции нового элемента расселения, в том, что он был чуть больше обращен к тому, к реальному миру, да, это уже была не совсем попытка полностью его перестроить, следуя большевистскому, значит, лозунгу «Интернационала мы старый мир разрушим», да, а все-таки чуть-чуть как-то уже включить существующее положение дел. И это, безусловно, конечно, мысли о городе будущего. Ну, да, то, конечно. Потому что оно как раз совпадает ну, то есть для идеального ли вот этих вот городов, которые, то есть поселений 20-е и 60-е годы, они были ключевыми, то есть ключевые идеи рождаются в это время, которые потом влияют на многое. И тоже Архигрэм, и тот же НР, на самом деле очень сильно повлияли на развитие строительства, дизайна или... Вот. Да, и отдельно я потом чуть-чуть напомню, почему все-таки в 60-е годы советские архитекторы все еще думали о будущем, в то время как их коллеги за рубежом уже, в общем-то, ставили под сомнение настоящее. Да, ставили под сомнение настоящее. Вот, это мы рассмотрим чуть позже. Мы начать рассматривать. Я все, Оля, когда листаю твою презентацию, думаю, ну когда же мы там уже, что же там еще дальше будет, значит, у тебя, да? Когда же мы дойдем до AA
И, значит, и вот мы здесь, друзья. Да, до Нью-Йоркской. Друзья, мы все в модерне, если что. Да, вот мы все в модерне. Смотрите, Оля рассказывала сейчас про... Мы с Олей рассказывали сейчас про концепции идеальных городов. Для чего? Для того, чтобы вы понимали. А, идеи не новы. Все архитекторы пытались это делать в разные времена. Б. Не только архитекторы. Не только архитекторы, конечно, не только. Ну, просто кто-то был тогда в большей степени не архитектором, а кто-то был... Б. Значит, они нереализуемы в полном объеме своих амбиций. Да? И в разные времена по разным причинам, и даже если до нас дошли какие-то эксперименты, они сами в себе несли зерно вот этого идеального, которое не давало им продолжать жить. Это некоторые артефакты человеческих мечт, да, мечты и идей. Поэтому, наверное, и как я уже сказал, да, почему, значит, советские архитекторы продолжали в 60-е мыслить об идеальном мире будущего, в то время как их западные коллеги уже начали действовать и мыслить немножко по-другому, это важный тоже момент, потому что главным вызовом для градостроителей и архитекторов сейчас и не только, для исследователей городов в том числе, является то, как, каким образом все-таки дать, решить проблему возникающих вызовов, как их предугадать, да, каким, то есть их же предугадать тоже очень сложно, да, но как, по крайней мере, закладывать в проект возможность того, чтобы город мог динамично развиваться и меняться, да, и не масштабировать ситуацию настоящего, как Ле Корбюзье, который считает, что, ну, вот сейчас, значит, будущее связано с машинами, значит, мы все будем работать на фордистских производствах, значит, время наше будет, об этом я сейчас тоже буду говорить, там, как-то, знаете, поэтому у нас вот будет вот такое решение, значит, это решение на века, оно у нас, значит, это наш, вот так мы и будем жить, да. Вот, конечно же, сейчас архитектор не может себе такого позволить, потому что как раз главная задача, как же развиваться дальше, какую новую форму придумать, какую придумать новую идею, да, которая бы, с одной стороны, держала некоторую целостность, а одновременно не распадаться на фрагменты, да, как феодальный мир, а с другой стороны, давала бы возможность не душить городское пространство какими-то, ну, чрезмерными идеями, да, чрезмерными идеологиями. Это большая проблема, это большая задача, об этом тоже стоит думать. Кстати, еще одна вещь, которую должен упомянуть, вот эти все наши три лекции, они, по сути, уже, насколько я понимаю, Оль, мы не предполагали, что мы дадим какое-то задание после них, потому что в отличие от первых двух, они все нужны для того, чтобы вы чуть глубже погрузились в размышления о том, что же у вас за проект, да, про что он, о чем он, и как-то шире его восприняли, чем некоторую, ну, просто идею, что сейчас мы соберем все самые лучшие представления о будущем, которые мы хотели бы достичь, все наши идеалы. Скорее всего, они уже, скорее всего, кто-то их уже нарисовал. Да, кто-то их, да, надо понимать, что кто-то их уже сделал до вас, и это были, вот эти люди. Да, вот это были эти самые люди уже придумали это все за вас и нарисовали. Значит, здесь представлены участники первого съезда так называемой, значит, группы CIAM, CIAM. Значит, это группа международная группа архитекторов. Происходило это в конце 10-х, начале 20-х годов прошлого 20 века, 1920-е годы. Я не помню, когда был первый съезд, то ли сразу после Первой мировой войны, то ли где-то в начале, по-моему, то ли в 18-м году, то ли в 19-м, где-то вот в это время. Значит, происходило он в Швейцарии. Здесь на первом плане вы как раз видите хозяйку дома. Это, значит, какая-то швейцарская герцогиня, какая-то аристократка, у которой это все в замке происходило. И нашего друга, о котором мы уже упоминали, это Ле Корбюзье, собственно говоря, в центре. Да, в очках. Так он умрет. Да, в очках и бабочке. И также я сейчас едва ли перечислю всех, кто здесь присутствует. Ну, это вообще вопрос. Гропиус, тут Вальтер Гропиус здесь есть, да,
основатель и один из сооснователей и преподавателей школы Баухаус. Кстати, Оля, мы почему-то еще забыли о Баухаусе сказать, когда говорили про Тель-Авив. Да? Ну да, да. Да, дело в том, что было еще одно очень важное конструктивистское течение в Европе, и оно связано именно со школой Баухауса. В раннее советское время, в 20-е годы, аналогичным движением, которое сотрудничало с Баухаусом, была советская школа Футемас. Вот. Это все институции, которые так или иначе пытались... Ну, они определили внешний вид, они все тогда как-то работали об осмыслении. Да, осмысление будущего, причем в конструктивистских течениях, в авангардистских течениях, да, вот эта ориентация на будущее, но она, в отличие от утопистов, все-таки содержала очень сильное функциональное ядро, но она пыталась предложить образ быстро достижимого, реального и функционального будущего, которое меняет образ старой жизни, да, которое внедряется и вот здесь и сейчас происходит. Поэтому обе школы, что Футемас, что Баухаус, были только, не только, конечно же, про архитектуру, они были и про дизайн, и про промышленный дизайн, и про искусство, и так далее. Да? Вот, так Афинская хартия. Действительно, все проблемы раннего индустриального мира, которые особенно выпукло проявились в результате Первой мировой войны, уже такого постимпериалистского мира, требовали какого-то ответа. И, конечно же, этот политический ответ был и в революции в Российской империи, и в ряде других империй, и вообще было ощущение, что мир нужно каким-то образом менять. Да? И в том числе, естественно, архитекторы не могли оставаться в стороне от формирования своих предложений, и за суммой опыта, который, предпосылок, о которых мы говорили, которые были накоплены в XIX веке, это все вылилось в так называемое движение Сиам, да, и их хартию, которую они подписали. Успех хартии в результате был достаточно большим. Она легла в основу принципов строительства в очень многих странах мира вплоть до 70-х, 80-х годов 20 века. Но основные, наверное, принципы из хартии — это уже знакомые нам, уже понятные, которые мы много раз упоминали, вот, собственно, тогда-то они и возникли как основополагающие принципы и канон, да. Здесь тоже очень важно говорить о том, что, несмотря на то, что какие-то футуристические идеи продолжались, разработки всяких разных концепций также не прекращались никогда, но сложился определенный канон. Канон сложился и в архитектуре и градостроительстве. Он, кстати, сложился в середине века, потом и в социальных науках тоже. Вообще в идее о том, как представляется общество, он сложился и в политике. Можно сказать, что в политике в 20 веке он сложился в двухполярном мире, да, в советской России и либерально-капиталистическом Западе. Это тоже какой-то канон, и он длился очень долго, да, когда он не подвергался практически никаким сомнениям, что это и есть устойчивый, понятный и самый истинный миропорядок. Так вот, городская территория, согласно Афинской хартии, должна разделяться на функциональные зоны. Это самое, пожалуй, главное. Ну, тут очень много. В общем, Афинская хартия — это, по сути, калька идеи Ле Корбюзье, его солнечного города, да? Но она фиксирует важные вещи. Она фиксирует идею зонирования, что город должен быть зонирован на жилые массивы, на промышленные рабочие территории, на зоны отдыха и транспортную инфраструктуру, которая должна все это соединять. Эти слова как бы высечены в камне Афинской хартии до сих пор. Если вы поступите на факультет градостроительства, вдруг будете слушать в течение 6 лет. Вот, как бы до сих пор институт, к вопросу о том, чем занимается институт генплана. Вот институт генплана продолжает заниматься поиском наиболее оптимальных комбинаций вот этих вот зон, условно говоря, да, способов их... Как обидно читать Талмуд. Да-да-да, способах их связи, эффектов, которые эти комбинации могут, значит, производить, и инновационных разработок в этой области. Ну, в этом смысле я сейчас не иронизирую над институтом, это действительно важное учреждение, без него мы не справились бы, но городское зонирование
производимые институционально. Вот, собственно говоря, один из примеров работ все того же упомянутого института. Слева генеральный план Москвы, первый генеральный план Москвы 1932 года. И справа уже современный, принятый в 2008 году. Потом, кстати, с поправками перепринимаемый, это довольно любопытно, это еще при мэре Лужкове, значит, генеральный план Москвы с зонированием соответствующим. Вы видите, да, что здесь, кстати, проявляется еще одна любопытная деталь, что все-таки у России действительно был какой-то особый период, который, ну, я не хочу сейчас говорить там уникальный или не уникальный, да, но немножечко нетипичного такого вот движения. Мы уже говорили о том, как разные общественные политические идеалы и ценности стремились найти свое отражение в архитектуре, в том числе в градостроительстве, и быть их, безусловно, быть воплощены в ней, да, в какой-то момент пересборки общества требуется ситуация, когда упомянутый мной канон или момент стабильности начинает наступать. Мы видели это в период перехода от возрождения классики к классицизму, да, к новому времени, от свободных экспериментов к четкой ордерности. Также мы видим это и в период революции в России, когда все авангардные идеи, начатые в 20-е годы на волне революционных идей о, в общем-то, революции бесконечной, она не предполагалась заканчиваться, она должна была стать мировой, да, мы должны были поменять уклад всего мира, всего земного шара и привести его в какое-то удивительное светлое будущее, тем не менее, в результате, не без участия, а скорее даже при активном участии известной личности, значит, ну, я Сталина имею в виду, конечно же, да, эти проекты начинают сворачиваться, начинает формироваться некоторый канон, и совершенно выбранный путь утверждения порядка, я сейчас не буду там каким-то образом его оценивать, но он состоялся, и первый генеральный план 1932 года, он не столько про финскую хартию, сколько некоторая попытка все-таки вернуться к идеям до нее. И здесь есть, ну, вот на самом плане, наверное, это не очень хорошо видно, я, к сожалению, не вставил, но можно посмотреть макеты в объеме, да, или даже пойти в музей архитектуры и посмотреть там, значит, оригинальные планы аксонометрически, как представлялась себе московская столица в сталинском генплане, это ансамбль. Это гигантский ансамбль такого вот, ну, почти античного, но современного города. Да? Здесь, наверное, единственные еще места, где в то же время происходил похожий процесс возврата к несколько до ценностям до Афинской хартии, это Италия фашистская и Германия, где точно так же в результате пересборки этого социального политического порядка потребовалась некоторая точка утверждения, да, в которой стабильности, в которой, ну, только там, в общем-то, она была связана с утверждением фашистской ну, идеологии власти, да. Символизм. Да, 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 да. Архитектура подчинена полностью целям символического воплощения этого порядка. И различия, и есть и сходства, и различия у архитектурных стилей тех времен. Они довольно плодотворные и очень интересны. Особенно интересно смотреть, как они после того, как этот порядок вновь поменялся уже, да, в конце 40-х годов. Интересно смотреть, как они переходили, значит, на другой уровень. Но так или иначе, вот этот генеральный план, он похож и на город-сад одновременно, и вот эти вот четкие линии, и вот потрясающие, да, вот это вот немыслимой длины, вот эта вот стрела от университета, да, от Лужников к университету и далее, и далее, и далее. Это какая-то тоже... Здесь ВДНХ начинает возникать и так далее. Здесь очень много вот этого вот ансамбля, да, архитектуры. Я могу, на самом деле, очень долго, наверное, об этом рассказывать, а времени мало, это отдельная большая тема. Вот, но по свидетельствам
значит, жителей Москвы того времени, которые, значит, Хемингуэй, или не Хемингуэй, 120 миллионов квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы. Это чьи записки были, я забыл. Не знаю, не помню. Сейчас боюсь ошибиться, чьи. Да, Москва представляла из себя на самом деле до сих пор большую деревню, потому что мы уже говорили, да, что Москва — это город слободского типа. Вот, и это, ну... Столица стала вдруг. Да, столицей стала вдруг. Да. И получилось, да, и получилось так, что были выстроены широкие проспекты, вот эти ансамбли, но внутри них, как в пироге, скрывалась начинка, которая оставалась вот этой самобытной деревенской слободской Москвой. Чего нельзя сказать уже о правом, о правой картинке, да, это план сугубо рационалистический, это уже, ну, он как бы свои контуры берет и здесь, да, но сильно дополняется в 70-е годы, да, и здесь уже мы видим абсолютно четкий фокус только на зонировании, где у вас промышленные зоны, где зоны исторической жилой застройки, туда-сюда и 5-10-е. Соответственно, надо сказать, что это не только советская, итальянская или германская история. Безусловно, зонирование, значит, это международная практика, и ее как в Соединенных Штатах Америки, так и я тут просто привожу любой оппозиционный пример, чтобы никто не заподозрил меня в том, что в чем-нибудь, да, значит, так и в Советском Союзе. В общем-то, ее проводили и занимались ей вот такие вот мужчины в костюмах с большими палками, значит, с и папками тоже большими. И все у них было большое и тестостероновое. Белый цисгендерный архетип. Белый, это как токсичная маскулинность, которая очень хорошо становится понятной, когда мы видим результаты их работы. Слева это Роберт Мозес, главный архитектор, но он не архитектор, он политик, он в первую очередь политик, назначенный руководить пространственным развитием Нью-Йорка в 50-е и 60-е годы. А справа, значит, Михаил Пасохин, главный архитектор, Василий Михайлович Пасохин, главный архитектор, значит, Москвы, и, по-моему, руководитель как раз НИИПИ генплана, вплоть до второго. Да, Моспроекта, да, сначала, но он вплоть до 80-х, он очень долго был. Ну, собственно говоря, он строил и Олимпийскую Москву. И Олимпийскую, да. То есть... И Новый Арбат, как бы тоже все вот эти вот, все то, что нас зовет в будущее. Да, все то, что каждым новым съездом партии устанавливалось как некоторое целеполагание в будущее, значит, Пасохин воплощал в очередной, значит, развилке этих идей. А почему, собственно говоря, зонирование отвечает? Почему вообще оно состоялось, да? В чем его смысл и почему оно так устойчиво поселилось в нашей жизни? Потому что как раз оно на самом деле отвечает тем процессам, которые происходят в экономике и в постиндустриальной, сначала в индустриальной, затем в постиндустриальной истории. И понятно, что мир начала 20 века, как раз тот самый, который очень сильно обусловлен фигурой Генри Форда, создавшего революционное для всей человеческой истории изобретение под названием конвейер, собственно говоря, и поместил всю нашу жизнь до сих пор, в какие-то контуры этого могут где-то наблюдаться, в тот самый порядок, который не менялся. И этому порядку, который во многом, значит, да, и этому порядку очень характерно соответствует и отвечает именно зонирование. О чем я говорю? Я говорю о том, что этот порядок создает некоторое глобальное, еще, может быть, даже в начале того 20 века не глобальное, да, но точно очень масштабное социальное, единое социальное время. Что такое социальное время? Социальное время — это когда мы просыпаемся и начинаем наш рабочий день. Это когда люди делают это во всех странах мира.
начиная с определенного времени, когда часовые пояса, да, начинают... Здесь, кстати, роль часовых поясов тоже очень серьезная. Значит, откуда они взялись? Они взялись от необходимости унификации времени на всех железнодорожных станциях в разных странах. И на территории отдельных стран, и потом в целом для обслуживания международной торговли в разных странах, для навигации по морю и так далее. Вот это все начинает складываться в единое социальное время, по которому живут миллионы людей по всему миру. И в начале... И вот Форд, он каким-то образом уже доводит вот с этой идеей конвейера это социальное время до максимально жесткого предела. По сути, мы живем в это время, мы жили, мы не жили, да, но наши предки жили, значит, по определенному гудку заводскому. Заводской гудок заменил, значит, часы на площади, да. Значит, соответственно, время стало распадаться на три основных функции. Это труд, ему было определено место в городе, определенное архитекторами, зона, в которой нужно трудиться, да. Это досуг. Вот здесь вот приведены картинки созданного, там, посаженного буквально такого, видите, еще голенький парк Горького. Парк Горького, да. Да, досугу, конечно же, уделяется тоже. Если мы говорим о советской России, то особенно в сталинское время досугу начинает уделяться тоже. То есть огромное внимание, да, тому, какой облик настоящего советского гражданина, оно он складывается, безусловно, из досуга, из труда, из семейной жизни и так далее. В этом смысле это тоже такая точка сборки и утверждения некоторого канона в отношении и некоторого социального порядка, да, который должен стать перейти от революции к некоторой незыблемости. Поэтому, да, идеальный советский гражданин работает на заводе. Придумывать эти формы досуга, потому что таких практик еще не было. Ну, кажется, да, их не было. Нужно было есть... Да, Не было понятно, как вообще отдыхать. Что это такое отдыхать, да, как это нужно делать. А самое главное, что если в западных странах так вопрос остро не стоял, потому что любую сферу за пределами там общественно важного труда или регулируемого, допустим, институтами, ну, например, завод или государственное учреждение, да, вот всю сферу частного регламентировались, ну, как бы частная жизнь, это семья, да, институт семьи. Вот в советское время большевики первым делом разрушили еще институт семьи. Поэтому ну, мы знаем, да, дети отдаются в детский сад, значит, там пионеры, туда-сюда, пятое-десятое. Дома коммуны. Дома коммуны, да, где все, да, опять же, да, дома коммуны, где все могут коллективно, да, то есть коллектив выходит на первое место, поэтому именно в Советском Союзе, конечно, досуг тоже это очень серьезная задача, как объяснить, как его придумать, перепридумать так, чтобы он еще был идеологически правильным, да, и как людей в него втащить, собственно говоря, да, эти практики досуга проявить. Ну и, собственно говоря, отсюда мы начинаем видеть очень важное еще одно различие. Что такое досуг? Досуг — это то же самое, что труд, на самом деле. То есть это только легитимная форма не труда, да? И это не то же самое, что то, что мы можем назвать термином праздность, когда вы можете позволить себе ничего не делать. Досуг — это тоже трудовой режим в какой-то степени. Но в отличие от современного мира, о чем я чуть позже скажу, в то время досуг еще не определял материальные возможности человека. В первую очередь их, конечно же, определял трудовой режим. Сколько вы там отработаете, такую зарплату и получите, да? Вот. Но со временем, кстати говоря, досуг становится все более и более важной вещью в жизни человека. Это происходит на протяжении 20 века, влияющей в том числе на его социальное положение. Но об этом мы чуть позже поговорим. И, соответственно, для пространства частной жизни в этой системе труда-досуга остается машинерия, которая от Афинской хартии у нас, значит, воплощается в зоне жилой застройки. Да? Опять же, чтобы не быть в чем-то заподозренным, слева приведен макет, значит, квартала Перт-Айгю,
это, значит, район в Нью-Йорке, в этом самом, господи, в Сиэтле, да, это в Сиэтле было, значит, возведенный на месте бывших гетто. Это очень масштабный проект федерального правительства Соединенных Штатов, выполненный полностью по заветам Афинской хартии и, в общем-то, идеям... Это в Сент-Луисе было. Ой, в Сент-Луисе, простите, не в Сиэтле, в Сент-Луисе. Я все в Сент-Луисе, СС, Сиэтл, Сент-Луис, да. Значит, в Сент-Луисе. И, конечно, результат у него был потом плачевный, потому что... Это вообще была большая история, большой градостроительной ошибки. Да, он был признан самой большой градостроительной ошибкой, но об этом чуть-чуть тоже сейчас попозже скажу. А справа это, значит, один из кварталов экспериментального района Новые Черемушки в Москве, да, который начинает уже после, значит, смерти Сталина и 20-го съезда партии возводиться уже в новом ключе. Это очень важно, да, что, конечно, после 20-го съезда, то есть после смерти Сталина, когда Никита Хрущев разоблачает культ личности Сталина и так далее, страна берет курс как раз очень аналогичный тем процессам, которые происходили на Западе, да, на производство, массовое производство массового жилья, то есть надо решать еще много социальных проблем. Вырабатываются абсолютно иные принципы, значит, архитектуры, которые в первую очередь очень сильно инженерные, они очень связаны с инженерией и производством, но строятся они ровно на тех же идеях Афинской хартии, которые были незадолго до этого. Да? Вот. То есть опыт... Для этих квартир очень тоже прорабатывается весь интерьер, весь быт, вся мебель. То есть на самом деле... Все унифицировано. Антропометрические... Все антропометрические параметры и так далее, да, это то, чем занимались архитекторы 20-х годов, когда только теоретически разрабатывали свои идеи о доме-машине, да, Гинзбург, в частности, про этот знаменитый дом коммуна. Вот я, кстати, живу на Шабловке, у меня дом коммуна совсем рядом, он построен, да, его сейчас отреставрировали, он теперь выглядит прилично. В нем, значит, было продумано по часам и минутам, во времени, естественно, видите, параметр времени, заводской такой тоже, да, это фордистский параметр, значит, движение во времени. Значит, рассчитывалось все, вплоть до весь путь движения учащегося, это коммуна для учащихся должна была быть, значит, техническое училище, от момента, когда он просыпается, значит, учится, да-да-да, и возвращается обратно. Где он хранит книжки, как он чистит зубы, значит, все, да, как он делает зарядку, все прописано по минутам, весь его жизненный сценарий, от которого человек отступить не может. Если он вдруг попытается, то он столкнется с неудобством этого пространства, да, с его сопротивлением буквально. То есть это попытка архитекторов достаточно жестко загнать, ну, человека в правильный какой-то ритм жизни. Да, нельзя сказать, что это антиутопия, воплотившаяся в результате наяву, потому что все-таки не настолько они страдали, но она достаточно была тотальна, да? Вот. И, соответственно, есть еще, завершает вот эту вот всю историю. Да, здесь важно сказать, что здесь происходит развилка. Вот, казалось бы, у нас две картинки, да, они похожи в какой-то степени, но происходит принципиальная развилка того, что происходит в Советском Союзе и на Западе. Сразу скажу, что в Советском Союзе дальше следует НЭР, о котором мы уже с вами рассказали, да, и я говорил ранее, что, по сути, до конца существования Советского Союза архитекторы продолжали, значит, выстраивать некоторые идеальные образы вот этого вот будущего. Но при этом строились уже вовсю ДСК, которые должны, комбинаты строительные, которые делали эти панели. Да, делали панели, и поэтому они все больше и больше отрывались от проблем настоящего. И в результате вышло так, что вот эти все утопические градостроительные концепции, они как-то там создавались и мыслились, но результатом все равно становилась Северная Чертанова. Да, набор серий домов, в которых до сих пор с вами мы имеем удовольствие проживать. Ну, которые, более того, до сих пор делаются так, да, потому что очень сложно поменять размер габарит панели, это связано с производством, с конвейером, это невероятно дорого. Конечно, вся инфраструктура страны
и производственная, да, и городов выстроены именно под эти цели и задачи. Коллеги, напомните, когда нужно будет сделать перерыв, пожалуйста, и я... Угу, хорошо, да, нам сообщают, что есть 5-10 минут. Соответственно, развилка... А вот то, что случилось с Пертайгю, оно показало, что конкретно в Соединенных Штатах, я сейчас не говорю про Европу, в Европе также укоренился, но в какой-то степени модернизм достаточно хорошо, и у него, причем была своя такая ветка эволюции, вот, но это детали, в которые мы сейчас погружаться уже не будем, но это просто две оппозиции. Вот в Соединенных Штатах в результате этот район был снесен, он был признан градостроительной ошибкой, да, и в конце 70-х, ближе к концу 70-х, он был торжественно снесен. Значит, что, собственно говоря, случилось? Дело в том, что в отличие от советских архитекторов и градостроителей, которые решали задачу массового расселения всех, в Соединенных Штатах такие районы еще есть. Они есть в Нью-Йорке, они есть в Бруклине, где-то они до сих пор существуют, в них живут люди. Да? В Лондоне таких районов тоже некоторое количество присутствует. Но самым вот именно этот пример Пертайгю, он показателен тем, что там градостроители создали, по сути, из, значит, бывшего гетто очень уплотненные пространства бедности. Здесь не было социальной мобильности. По сути, люди не предлагали никакого, то есть, как бы никаких возможностей для того, чтобы люди выбрались из бедности, им здесь не предложено. Им предложено было просто новое жилье, которое условно соответствует идеям современности. Да? Но люди, получив его, тем не менее не обрели каких-то новых возможностей в жизни. Да? Их мобильность, именно социальная, она никак не стала куда-то двигаться или давать им новые жизненные шансы. В этой связи, конечно же, это жилье очень быстро пришло в упадок и стало еще более опасным рассадником небезопасности, преступности, болезней и вообще-то еще и под угрозой обрушения очень многие здания могли оказаться в результате. И в результате было принято решение этот район, значит, полностью снести. Вот, собственно говоря, о мобильности социальной и пространственной тоже стоит сделать оговорку. Мир до снесения Пертайгю, мир Афинской хартии, восторжествовавший как в Советском Союзе, так и, ну, или проявившийся, да, так в Советском Союзе, так и, ну, как бы в любом городе мира, он все еще, да, действительно в плену фордистских идей. Как я уже говорил, вот эти дяди в костюмах с большими палками, они успешно, значит, двигают и реализуют эту концепцию, которая заключается в необходимости движения. Типичным для западных городов становится явление что значит, более богатое и успешное население, благополучное, да, оно проживает за пределами плотного центра города. В все более активно развивающихся так называемых субурбиях. Это то, что формирует часть городской агломерации. Это низкоэтажные индивидуальные дома. Это и есть образ американской мечты, который, кстати, с подачи того же Форда и Уолта Диснея и всех остальных дядей в костюмах, точно так же активно, значит, пропагандируется и становится некоторым образом действительно целей. Если у советского человека это был коммунизм, то у американского это была американская мечта, которая воплощалась буквально в доме, машине, на которой ты можешь ехать. Автомобиль помещался сюда очень органично, а то и два обязательно, это если уж совсем, для жены и для себя, да, и так далее, и других атрибутов потребления и производства. Соответственно, мир машин, он только нарастал и никуда не девался, поэтому, конечно же, приходилось находить какие-то решения для этого, и, в общем-то, они были этими дядями в костюмах приняты именно в русле, значит, идеи физической мобильности. Город, по сути, переставал быть каким-то, вот этот вот город машин, да, он перестал быть каким-то пространством самом в себе. Главное было это перемещение из одной части в другую, и, значит, нахождение внутри зданий. Да?
Здесь представлен несостоявшийся в результате план Роберта Мозеса, того самого, о котором я говорил, о создании так называемой Cross Manhattan Arteries, сети очень крупных автострад, которые должны были разрезать центр Манхэттена на куски, да, и соединить основные его части с крупнейшими пригородами. Вот тут есть справа макет того, как должен был выиграть. Вот здесь Empire State Building, Grand Central вокзал, значит, часть которого полностью уносится под землю. Вообще-то очень напоминает наши некоторые транспортные решения сейчас, да, когда создается куча подземных каких-то, значит, структур, подъездов, развязок и так далее. Значит, ему, кстати, Роберту Мозесу же принадлежит идея, что автострада настолько вписывается в идею американской мечты, что он придумал такой не хайвей, а так называемый парквей. Это когда ты едешь на машине, на своей большой американской машине, по большой автостраде, и у тебя при этом красивый вид. То есть засаживать автостраду на... То есть парк ты воспринимаешь изнутри автомобиля. Это вот такая вот абсолютно на полном серьезе, да, предельная история, идеи о том, как вот видели эти дяденьки, значит, будут. Но они причем очень сильно отразились, например, на архитектуре молов и до сих торговых пор, когда строится большой торговый центр, он, прежде всего, строится из расчета на то, как вы воспринимаете это именно из машины. Да, и почему эта идея не подвергается никакому, собственно, критическому осмыслению, и почему все так убеждены, что это самый правильный путь развития городов, а это, правда, убеждены. Мозес признается мировым экспертом по тому, как нужно обустраивать города, и многие европейские мэры и администраторы, значит, принимают его опыт как передовой. Да, и тоже начинают заказывать аналогичные проекты. Почему это происходит? Я говорю, что есть, они делают ставку на пространственную мобильность, но мы должны понимать и про социальную. Да? Тут нужно сделать небольшую оговорку. Еще раз, коллеги, через 2 минуты мы сделаем перерыв, но у нас немножко мы все-таки с Олей много подробностей говорим, и поэтому... Либо нам придется ускориться, либо проговорим до 9 часов. Значит, здесь нужно сделать отсылку к Чикагской школе социологии. Не могу я не сделать этой отсылки. Здесь вот 2 довольно любопытных картинки. Слева это карта, одна из многочисленных карт, которые составляли сотрудники и учащиеся Чикагской школы социологии о городе Чикаго. О его социальных параметрах. Это такие первые примеры очень внимательной, очень кропотливой работы социометрической, работы со статистикой из городской, с попыткой ее собирать, систематизировать, отображать, визуализировать и делать выводы. Чикагская школа социологии дает социологической науке одну очень важную вещь. Она впервые, с одной стороны, продолжает традицию социологии XIX века, начала 20-го в области теоретизирования, потому что та социология, она теоретическая, это ближе к социальной философии или к политической философии, это кабинетная работа мыслителя. Вот, с одной стороны, она берет теоретическую традицию академическую, а с другой стороны, она начинает разрабатывать метод эмпирики, эмпирического полевого исследования, как в точных науках. То есть, по сути, Чикагская школа социологии говорит, что метод может позволить проверять теоретические гипотезы об обществе ровно так же, условно, ну, не буквально так же, да, но эпистемология похожая. Таким же образом, как условно физик, да, устанавливает истинные, значит, категории мира, используя эксперимент физический, да. Что это дает? Это, с одной стороны, дает огромное развитие знания о том, как устроено, как сложно устроено общество в целом, но еще больше усложняет и пространство, в котором мы находимся. Да? Мы понимаем, что пространство — это не только, ну, не только физическое оболочка. Да, и это не только физическое. Не только то, что мы присваиваем, не только зона, которую мы присваиваем, не только функция. Чувство и эмоции. То есть, по сути, до этого пространство полностью принадлежит точным наукам. География,
математики, топологии, геометрии, да, вот эти точные науки что-то знают о пространстве до момента развития социологии в русле течения именно точных наук. Далее мы говорим, оказывается, что не только они знают о пространстве, что пространство еще бывает не только физическое, да, но оно и бывает, но мы живем в нем, и наши свойства, наше качество как общество, наши отличия, они пространственно различаются. И вот вы видите, да, карта, здесь написано процент популяции, рожденных из Германии, да, прибывших мигрантов из Германии в первом поколении, да, на, видимо, ну, квадрат, на квадратный километр, скорее всего, квадратную милю, чем они мерили, да, я тут не могу в экспликации посмотреть. Мы начинаем понимать, что социальное, оно тоже в пространстве расходится. Поэтому наше пространство, оно очень сильно-сильно усложняется в понимании. И это то, чего как раз зонирование, которое предлагает нам ответ на вопрос, где мы живем и где работаем, с одной стороны, ранее не учитывало, с другой стороны, вынуждено будет учитывать потом. Вот здесь приведена картинка экзамена, который сдают студенты, значит, Чикагской школы. В какой-то степени Чикагская школа тоже, рационализируя, значит, социальные процессы, она скорее будет на стороне тех самых дядей в костюмах, потому что, по большому счету, она скажет, да, вы можете изучить все основные социальные процессы и найти ответ, потому что общество, оно также познается наукой, да, как и другие процессы, происходящие в мире и в природе. И поэтому, значит, создается иллюзия, когда мы видим такую карту, да, пространство, конечно, стало сложнее, но оно все еще подчинено каким-то законам. Оно все еще отражается, да, оно все еще упорядочено, как вот эти студенты, сдающие экзамены на этой картинке. Но на самом деле горожанин и его практики, они упорядочены не до такой степени, как этого можно было бы ожидать. И ровно вот в этот момент, я сейчас во многом говорю о течении именно в западном градостроительстве, потому что советское, к сожалению, оно продолжает искусственно поддерживать, как я уже сказал, искусственно поддерживать процессы, которые какие-то идеологические в основном, да, которые были заданы. Это вообще отдельная большая тема. Которые нерелевантны, на самом деле. Которые нерелевантны, но которые... машину запущено. Нет, они были релевантны. Они были релевантны. Не соглашусь, они, конечно, были релевантны тому, что происходило в Советском Союзе. Но просто кажется, что про советское градостроительство и социальные процессы стоит посвятить отдельную историю, потому что все-таки мы пришли к тому, что практически ничего не менялось, да, на протяжении там, 40 лет после Второй мировой войны. И оно там нарастало каким-то образом, да, но качественно не менялось. Поэтому я рассказываю про западное направление, потому что там произошло кардинальное изменение, которое в результате пришло и к нам, в общем-то, в будущем. Соответственно, мы понимаем, что горожанин, его поведение, оно, и вообще поведение индивида, да, как выражали социологи Чикагской школы, это очень комплексная и сложная штука. Комплексная в смысле complexity. Вот. И это нельзя редуцировать, то есть свести или описать, да, какими-то очень простыми вот такими вот формами. Значит, как здесь на картинках, да, отдельно взятые индивиды на дистанции или некий обезличенный поток людей, идущих в одном направлении. Вот это, кстати говоря, видите профиль улицы? Помните, мы показывали вам проезжая часть, пешеходная часть и так далее. Вот так рассечен и упорядочен мир движения. Но одновременно с этим он становится абсолютно безликим. Нам хочется описать это абсолютно общими категориями. Индивиды, их сумма, да, но мы не видим за них людей, за ними, за этими описаниями мы не видим людей. Равно как и за транспортной инфраструктурой мы не видим целей, мотивов и какой-то такой более человечной картины. Да? На самом деле мы знаем, что горожане — это все-таки не только поток, это не только сумма индивидов, это личности. Да? И личности ведут себя нерационально. Они не только перемещаются по проезжей части или по пешеходной стороне с одной точки в другую. Да? Они принадлежат к разным народам, к разным этносам, к разным группам, к разным социальным классам. У них разные культуры, да, у них разные практики, очень разные.
И вот, собственно говоря, Роберт Мозес, а как-то вот он у меня тут оказался со своим прекрасным макетом, да, ровно к моменту, когда в среде гуманитариев уже начало подступать ощущение, почему-то у меня здесь... Оля, это не ты мне его поставила? Ты футураму какую-то хотела поставить, не она? Оля? Оля, ты слышишь меня? Кажется, Оля меня не слышит по какой-то причине. Я очень плохо слышу тебя в ответ. Ладно, неважно, вот здесь вот у меня почему-то оказался Роберт Мозес, да, он, в общем-то, свой большой проект придумал как раз к тому моменту, когда, значит, в среде гуманитариев те вещи, о которых я сказал выше, они стали чуть более очевидны. И вот благодаря вот этой прекрасной даме, которая у нас находится справа, это Джейн Джейкобс, нью-йоркская журналистка, богемный персонаж и такой активист политический, да, мы начали понимать, что жизнь города — это то, что она называла термином, который использовала много раз в своих работах, это уличный балет. Это не упорядоченный процесс машинных действий каких-то. Это, с одной стороны, очень хаотичное движение, но упорядоченное в гармоничных каких-то сочетаниях, пересечениях и взаимодействиях. Мысль Джейкобс, выраженная не социологически, а выраженная, в общем, не научно, она была журналистом, выраженная журналистским языком, она была интуитивна, чрезвычайно свежа, и она ухватывала самую суть, в направлении которой социальные науки двигались в то время. Да? И получилось так, что единственный, кто не двигался в этом направлении, был все тот же Роберт Мозес, который, значит, пытался... Оль, я все понял, здесь были другие картинки совершенно. Все, Оля вылетела и меня не слышит, а у меня здесь были картинки. Ну ладно. Значит, Оля мне тут свинью подложила. Я хотел показать вам, как выглядел проект Мозеса по созданию вот этих магистралей в центр Манхэттена. Я сейчас останавливаюсь на этом. Сейчас, значит, во многом он учитывал вот все те идеи городов-гигантов, о которых говорила Оля, да, это многоуровневые транспортные артерии посередине, это многоуровневые развязки, это также многоуровневые входы в здания, значит, небоскребы, высокая плотность и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, и поскольку Роберт Мозес оказался единственным, кто, значит, скажем так, смотрел на мир архаически, он и проиграл, в общем, в какой-то степени в борьбе с Джейн Джейкобс, которая ввязалась, значит, в войну с ним и отстаивала право жителей Гринвич-Вилледж, значит, не переезжать в другое место из-за желания Мозеса построить там эстакаду и снести 4000 домохозяйств, собрала огромное общественное движение, полностью уничтожив личность и репутацию, в общем, в какой-то степени. Личность, я имею в виду, не внутреннее я имею в виду имидж, да, имидж и репутацию Роберта Мозеса. И после этого, в начале 60-х, уже практически никто, значит, к нему уже не прислушивался как к какому-то значительному большому эксперту. На этом мы сделаем паузу и продолжим через 10-15 минут, как я понимаю, да? 10. Угу.